Теперь мы в безопасности. Я пойду поищу выход. Хорошо. Помощь! Имамото!
Саманусский! Мы снова встретились. Итак, ты решил служить клану Ордена? Вперед! Вперед! Для мальчика уже все кончено. И поскольку ты уже считаешь, что повелитель Набунага будет править миром с помощью демонов, ты не должен корчевать не то дерево. Ты сошел с ума. Твои действия приведут к тому, что невинные люди будут отданы на съедение демонам. Слабые становятся добычей сильнейших. Фермеры повинуются самураям, а люди повинуются демонам. Ты полный идиот. Скоро будет проведена темная церемония. Череп принцессы Юки будет наполнен ее собственной кровью. И когда наш повелитель Набунага выпьет ее, победа клана Ордена над кланом Сайта будет обеспечена. А! До встречи, Саманусски!
Thank you.
Моя сестра! Пожалуйста, спасите ее! Не волнуйся, теперь ты в безопасности. Пожалуйста, вы должны ее спасти! Даю тебе слово, я спасу принцессу Юки. Кайди, ты не знаешь, почему принцесса Юки начала заботиться об этом мальчике? Принцесса Юки родилась в семье феодального лорда, но всегда была добра к обездоленным. Именно благодаря этому она обрела свободу. Поэтому, когда она встречает неимущих, то старается помочь им. В этом мире выживают только сильнейшие. Самонуские. Имамото, позволь, я расскажу тебе о путях мира. Мира? Есть бесконечное количество вещей, которых мы не понимаем. Вокруг нас когда-то была красота и свобода. Ты и все остальные должны сами управлять этими вещами, после чего делиться с ними с людьми, проживающими в этой стране. Ты должен помочь им понять весь абсурд войны за такую небольшую территорию на этом маленьком острове. Что? Помоги! Кто ты? Меня зовут Нуи. Я слуга принцессы. Принцесса Юки находится под землей. О! Ты в порядке? Кайди, у нас мало времени. Мы должны найти принцессу Юки. Присмотри за этими двумя. Хорошо.
Yeah.